Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Похоже, что терпение инвесторов компании EagleBitrate наконец-то было вознаграждено, и уже сейчас появилась возможность делать заявки на вывод средств. Вот последние новости от Ирины Абалаковой. Друзья, значит, суть в чем? Вчера вечером многие португальцы, вот кто отзванивался ночью, они выводили. У кого-то уже вышли, у кого-то нет. Вчера разговаривал с Жеронимо Сандрой, и ответ такой. Это тестовые режимы, пробы работы платформы по всему миру. Поэтому выводить по 500 можно с момента подачи официального сообщения. Мы его все получили, значит, можно выводить. Поэтому все, что касается верификации, можно или нельзя выводить, это не для тех, у кого есть карты на руках и кто имеет возможность привязать карты. Если же у вас нет карты, но вы выводите в биткоинах и можете воспользоваться биткоинами, выводить 500 можно, потому что биткоин не требует верификации. Что касается фразы, Ирина задала, что значит группа будет погашена. Ну, это такой перевод гугловский, как всегда. Группа имеется в виду на эмейле, которая создавалась для предварительной верификации. Платформа заработала, и сейчас по мере вот 3 дня пройдет, да, 48-72 часа, и у нас появляются все инструменты, и верификацию будете проходить все через бэк-офис. Кто верифицирован, есть партнеры, я верифицирован, я открыла бэк-офис, я верифицирована сегодня. Есть партнеры, которые верифицированы через эмейл, поэтому это все будет видно у вас в бэк-офисах. Момент по выводу. У кого-то проявился вывод на платформе в течение 30 минут, а у кого-то это заняло часы. Поэтому вот не пугаться. Начинаем все вывод, но не пугаться, что деньги не пришли. Ну, как всегда, мы привыкли на стартовом режиме, на режиме тестов. Делайте скриншоты всего кабинета, какую сумму отправить, на всякий случай. Я сделала. Я сегодня поставила на вывод, и я сделала скриншоты. Не более 500, не забываем. И без фанатизма, вы понимаете прекрасно, объявленные вот эти 3 дня по 500, это тестовый режим для всего мира. У всех есть по нескольку аккаунтов. Мы, это наши деньги, чтобы их не терять, пробуем по одному, да? Вот все, сейчас все пройдет нормально, убедимся, и тогда, когда объявят 1000 выводить, все смогут со всех аккаунтов выводить. Один важный момент. У нас деньги из пендинга возвращаются не по датам. Вот вчера уточнение было, и вспомнили мы, что в Дубае Жуниор говорил об этом, что система возврата денег, пирамида, да, у нас структура это пирамида. Так вот, система возврата начинается по датам, но с конца пирамиды. То есть у кого-то за 14 вышли, у меня за 13 не вышло. Значит, до меня еще очередь не дошла. То есть, чтобы в первую очередь охватить вот низ пирамиды, партнеров, которые последние зашли, ничего не получили, не успели, система, алгоритм прописан так, что возврат денег идет снизу системы по датам. Чтобы всех успокоить и все понимали, что происходит. Потому что у кого-то уже пошли за 14, у кого-то еще за 12 стоят. У тех лидеров, которые вверху пирамиды. Поэтому Жуниор это объявлял еще в Дубае. Система в алгоритме прописана так, что возврат средств по датам идет снизу пирамиды. Охват самой широкой части, и потом он будет сужаться и подниматься наверх. Это вопреки всем системам, работающим всегда, когда сверху все лидеры получают, а до низу, ну, что доходит, то доходит. Да, вот наоборот сделали, опять же, для того, чтобы максимально охватить партнеров, которые не успели ничего получить. Итак, давайте подытожим основные моменты. Первое. Выводить средства в биткоинах уже можно, не дожидаясь верификации платформы. Второе. Лимит на вывод средств первые 48 часов составляет $500. То есть делаем заявки на вывод не более $500. Третье. Некоторые заявки обрабатываются за считанные минуты, некоторые в течение нескольких часов. Это нормально. То есть не нужно паниковать, не нужно нервничать. Четвертое. Если у вас несколько аккаунтов, Ирина рекомендует ставить заявки на вывод не со всех аккаунтов, а для начала с одного. То есть надо понимать, что система пока еще находится в режиме отладки, в режиме настройки, и поэтому, скажем, здесь не нужно торопиться, не нужно увлекаться. Сделайте одну заявку, ее обработают, сделайте потом другую. Пятое. Возврат зависших заявок происходит не по датам, а по структуре. Ну вот такой нюанс. Ну что ж, похоже, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Пришло время грузить апельсины бочками и делать заявки на вывод.
Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.